Ok. Снова здравствуйте. Сегодня я вам покажу, как проходит день, зимний день владельца электрички. Опа! Что у нас тут? У нас тут почти зарядилось. Вот от счетчика, проводочек. Подогревчик у меня даже не включен, он смотан, вилочка лежит. Так, а машинка-то, видите, растаявшая вся. Не надо ни стеклышки отгребать. Ничего. Правда грязно, как свин. Но ничего, ничего. Сейчас на дорогах еще более грязно. Ну, что, поехали. Ага, но перед тем, как ехать, нам надо отключить от розеточки. Делается это вот так. Оп. Нажимаем на кнопочку. Тянем на себя. Все готово. Закрываем крышечку. Можно Я сейчас нахожусь в подземной парковке одного торгового центра. И что мы видим? 220. Ну вы поняли, да? Ура, товарищи, прогресс есть. Заряжаемся в Липецке. Вот так это все выглядит. Подогревчик батареи не стал использовать, тут у них тепло. Сейчас пополним заряд и будем дальше гонять. Итак, значит, ситуация следующая. Вот, пополнил чудок заряд, но зарядка внезапно прекратилась. Пришли злые охранники службы безопасности и сказали, что нельзя. При том, что в этот же момент я разговаривал с директором, с техническим директором данного торгового центра по поводу установки зарядных станций. Вот. Но как бы в целом они вроде бы не против. Сейчас будем дальше обсуждать условия, вот, на которых мы будем здесь заряжаться. Или не будем. Вот такие дела. Ну что, товарищи, нормально у нас прошли переговоры с директором торгового центра. Вот, я думаю, будем мы посотрудничаем вместе. По крайней мере, предложение я им сейчас вынесу, кое-какое сформирую. И, возможно, поставим зарядные станции. Ну, если они, конечно, поддержат наше начинание. И что еще хотел сказать. Nissan вполне неплохо идет по снегу. Вот, как вы видите, в лесу погодка шепчет, снежок идет, морозит. Thank you.
Слышите сейчас звук, да? Свистит машина. Есть кнопочка специальная вот здесь вот. Оп. И едем в полной тишине. Что-то тут какие-то... Кто-то буксовал, наверное. Пару слов про проходимость электромобиля. С увеличенным клиренсом он, в принципе, вполне нормально может передвигаться по лесу. Покатался. Отлично. Всем пока, до новых встреч.